слов, может быть, скажу. На самом деле, конечно, петь в стенку мне всегда кисло. Вот. Я не профессионал, потому что мои песни, так сказать, пишутся только тогда, когда есть в этом потребность. Очень мало остается. Вот. И только тогда они звучат, как это, как разговор, когда я общаюсь с кем-то. Представить себе, значит, вместо стенки можно, конечно, кого-то, но это будет не так интересно. Вот. Значит, я заранее прошу меня извинить, поскольку я могу ошибиться там и какой-то куплет там перепеть. Ничего, уж вы меня простите, если что-то будет. Ага. Это ничего. Да. Вот, а здесь даже хорошо. Это вот, ну, насчет кашля не знаю. Ну, так, какие-нибудь выкрики там. Там женский вздох. Там, о, это, вот. Это только украсит. Все? На станции тайненько по Яузе реке вела меня тропинка, и шел я налегке, и посреди моста я застыл, оторопев, там диких уток стоя качалась нараспев. Как вы сюда попали? Ведь здесь в реке мазут, трава жива едва ли, в кустах дорожный зуд. И посидев от пыли, пчела сидит в цветке. Как вы сюда приплыли по Яузе реке? Я им хлеб бросаю с бетонного моста, но равнодушно стая скрывается в кустах. Их, видно, кормят лучше пивные мужики по Яузе, по луже. Плывут мои куски, река мой хлеб уносит, мой хлеб, гляди, не мил, не так я, что ли, бросил, да крупно отломил. Но вот одна склонилась, и хлеб у ней в руке. На станции Тайнинской, на Яузе реке. На станции Тайнинской, на Яузе реке. Ну вот, попробую старую песню. Это 82-83 год из цикла «Танцы». Москва
за пустырями, за складами сырья. Перепеть? Я смотрю, извините. Ну, вот ты человек. Ну, вот начина. У меня был начальник такой. Он приходит, значит, это невозможно сделать. Это повредит людям. Ну, начинается. Вот это вот начинается, да. Москва за пустырями, за складами сырья, в заборах затерявшись, и мусором царя ведет туда, где прямо не самый краткий путь, где зарастают ямы словами как-нибудь, где морщатся деревни, их с листьями сожгут облезлые деревья в углах их бурых губ, где как протез из стали коронки блеск и стук, три наглых дома встали в ощерившемся рту, мосты наружу ребра, как мутна их река, плывут гнилые бревна под церквой в два соска, и от тоски до драки окраины пусты, здесь любятся собаки, а дикие цветы пожухли над путями тягучих поездов и ржавыми гвоздями цепляют за пальто. Не там ли у помойки трех сигарет огонь, в двух красных кран над стройкой, а третий бьет ногой? Не там ли у помойки споткнусь об ход клиня и в длинную попойку затянет дождь меня? Да, но это не пошло. А? А, 73-й, конечно. 73-й, да. Наврал. Страну, где растут изумруды, где каждый четвертый маг, где женщины вместо посуды по улице носят флаг, и город, что любит нищих. Страну, где растут изумруды, где каждый четвертый маг, где женщины вместо посуды по улице носят флаг, и город, что любит нищий, где летом прекрасна плоть, где я уже третий лишний, простит ли когда Господь? Дом ли то мой синеет вдали? Там
нас полюбят таких, как сейчас. Сад неземной, где простят все долги. В следующий раз, милый, в следующий раз, в следующий раз, милый, в следующий раз. И осенью в городе мало друзей, но покойней всего почти не слышны за домами орудия мира сего. Один я, любили, простили, и нет уже ни глотка. Но в городе этом были осенние два цветка. Дом ли то мой синеет вдали. Там нас полюбят таких, как сейчас. Сад неземной, где простят все долги. В следующий раз, милый, в следующий раз, в следующий раз, милый, милый, в следующий раз. Такая странная песня, написана довольно давно, сейчас не могу сказать, когда. Ну, видимо, начало, или конец даже прошлого, наверное, века. Вот, там 11-й год фигурирует в этой песне. И 11-й год уже прошел и наступил. Вот. И ничего нет, очень хорошо. Вот. И, значит, это самое... Почему 11-й год? Потому что вот мне отец рассказывал, мы жили, ну и он там родился. Это с той стороны, так сказать, ну вот где сейчас в Москве Золотая Миля называется. То есть это, значит, напротив, ну, Петра Первого, скажем, который стоит настоящий. И они ездили на ту сторону, на Бабьегородский рынок, за товарами на лодочке. Вот первый раз отца взяли, это был 11-й год. Вот. Там еще встречается имя такое, Домбровский Юрий Иосифович. Это был потрясающий совершенно человек, писатель, поэт. Вот. Мне посчастливилось его знать, даже вместе с ним где-то гастролировать. Ну ладно, я расскажу историю, хрен с ней, с записью. Значит, несколько раз мы ездили от клуба книголюбов. Вот я помню, первый раз это мы поехали, теперь Тверская, раньше Калининская была губерния, да? И едем в поезде, холодрыга собачья совершенно, в вагоне, в электричке. Компания такая, значит, Юрий Иосифович Домбровский. Еще такой у меня был друг Эдик Иотковский, Эдмунд Феликсович. Он в свое время писал такие песни, как «Едем мы, друзья, в дальние края», там «Стала величавая ангара». Был комсомольским поэтом, а потом все понял. И, в общем, так сказать, все пошло по-другому. И я едем и мечтаем. Вот сейчас будет такое же, вот как здесь, место, теплая библиотека. Вот. Нас действительно встречают на машине и везут до цементный завод. Народ сгоняют, значит, в обед. Длинный стол вот отсюда до стола, наверное, застелен бархатной скатертью такой зеленой. С одной стороны стоит графин с водой, со стаканом, а с другой фикус. И встречает нас такая совершенно... вот
У меня была песня «Аксинья» в 60-е годы. Жили-были старик со старухой в годы послевоенной разрухи. Они новую жизнь созидали, комиссаром портянки стирали. И была у них дочка Аксинья, сапоги да кожанку носила. И в своем неказистом наряде секретаршей была в продотряде. И вот, значит, вот такая вот Аксинья, только что без этого, без пистолета, встречает нас секретарь портянки и говорит: «Так, сегодня престольный праздник. Так что не то, что Бог есть, а что его нет, не надо». И у меня сразу половина песен, значит, отпадает. Ну, мы говорим: «Эдик, давай, ты комсомольский поэт первый, начинай». Он говорит: «Я комсомольский поэт, Ятковский, я написал там «Стала величавая Арнгара», едем мы, друзья». И вдруг один человек заинтересовался, жуя бутерброд, он, значит, его спрашивает: «Скажите, а какие песни вы сейчас пишете?» А ему дальше не разрешают писать. Вот, потому что он как бы полудиссидент такой. Он говорит: «Вы знаете, все композиторы, с которыми я работал, умерли». Вот. И мы уже сползаем. А следом выходит, значит, Юрий Иосифович Домбровский и, глядя в глаза этой секретарши, говорит: «А сейчас я прочитаю те места, которые, значит, из своих книг, которые по цензурным соображениям были изъяты». И все, и вот тут уже пошло, значит, это самое. Народ слушает, и я уже вышел потом, так сказать, и мог петь все, что угодно, да. Вот, то есть никогда не надо бояться ничего, надо выйти и, глядя в глаза секретарша, все сказать, что думаешь. Лет. Москва-реку и Крымский брод плывут, плывут отец и дед. Москва, 11-й год. Якиманку вижу и храм Христа. Это птицы летят с Воробьёвых гор. Родилась уже в облаках вода, что бежит из рук моих до сих пор. Но копытом бьет и сучит хвостом, и лукавит лысый усатый век. Он разрушит мой материнский дом. Прошу прощения. Все по новой. Вот они, эти самые игрушки-то. Никогда не надо ничего добавлять. Сделали гитару, играй на ней. Год. Якиманку вижу и храм Христа. Это птицы летят с Воробьёвых гор. Родилась уже в облаках вода, что бежит из рук моих до сих пор. Но копытом бьет и сучит хвостом, и лукавит лысый усатый век. Он разрушит мой материнский дом, но отцовский я отыщу в Москве. И плывут мой отец и дед.
как стара эта лодочка, как стара. Отражаются купола в воде, но она утекла из Москвы вчера. Мне Домбровский мученик и пророк, но цыган и грешник, и человек рассказал, что встретил, мотая срок в лагерях Христа, что был взят в Москве. Говорил Христос о любви и зле, но кричал: распни его, наш народ. Не рассеяться нам бы по всей земле, до какого колена наш грех падет. Я и сам с этой властью пил на двоих, моя кровь с похмелья течет с трудом. Удержи наши души в руках твоих, я тебе благодарен за этот дом. И плывут, и плывут мой отец и дед на ту сторону по Москва-реке. И воскресный день, и весенний свет, но весло не видно мне в чьей руке. Так оставь нам, какую ни есть, Москву, нашу память и дом наш на много лет. Вон стоит мой сын на Крымском мосту, и в руках его проездной билет. Бог дал нам дом и много лет, Москва-реку и Крымский брод. Плывут, плывут отец и дед, Москва, 11-й год. Да, спасибо, но это не пойдет. Вот я на предыдущий юбилей себе написал песенку такую. Зацвел. Ничего страшного. Зацвел ручеек, ручей, живая ушла вода, в землю ушла, как не была. Лей, дождичек, лей, дождичек, лей, дождичек, лей. Я вышел в лес на край болотца, такая топь лежит, дыша, подземный ключ с натугой бьется, но застревает в камышах. Не подойти и не умыться, но красота и запах мед. Большая птица суетится, кричит, что знает, зачем живет. Большая птица суетится, кричит, что знает, зачем живет. Зачем, зачем, за тем болотцем она живет, где проскакал весной ручей, рожденный солнцем, юлил все камушки, искал. И я на берегу из луки у переставшего ручья шумят слова, лесные звуки, их перевод не знаю я. Шумят слова, лесные звуки, их перевод
не знаю я. Зацвел ручеек ручей, живая ушла вода, в землю ушла, как ни была. Лей, дождичек, лей, лей, дождичек, лей, лей, дождичек, лей. Спасибо. Так, старая песня довольно. Лет 30 есть, наверное. Так, прошу прощения. Бог на улице май, крылья мне дай, я на землю улетаю, до свидания, рай. Бог на улице май, крылья мне дай, я на землю улетаю, до свидания, рай. Очень близко в небе птицы, далеко внизу цветы. Захочу, смогу спуститься, мои перышки. Вот что значит записываться. Кто ж там мои крылышки? Очень близко в небе птицы, далеко внизу цветы. Захочу, смогу спуститься, мои крылышки просты. 10 перьев и пушинка, они были на луне. Посредине паутинка, принесут их ночью мне. Бог на улице май, крылья мне дай, я на землю улетаю, до свидания, рай. Бог на улице май, крылья мне дай, я на землю улетаю, до свидания, рай. Двое аистов знакомых, что живут на облаках, подлетят со мною к дому, крылья унесут в руках. Слишком долго мы летали и устали на лету. Сверху маму увидали, дальше я пешком пойду. Бог на улице май, крылья мне дай, я на землю улетаю, до свидания, рай. Бог на улице май, крылья мне дай, я на землю улетаю, до свидания, рай. Пыльный воздух незнакомый, называется Москва. Мне надолго станут домом эти камни и трава. Но я помню, были крылья.
деревья, где они лежат теперь. Это место мы забыли, приоткроем ночью дверь. Бог на улице, махай, крылья мне дай. Я на землю улетаю, до свидания, рай. Бог на улице, махай, крылья мне дай. Я на землю улетаю, до свидания, рай. Вот видите, на самом деле, я объясню, когда приходишь на концерт, вот сидят друзья, сидят какие-то прекрасные совершенно дамы, вот, и ты просто гуляешь и поешь, как хочешь. А тут, значит, человек откуда-то привозил, значит, инструменты, кто-то там, значит, все это дело задумал, большая ответственность. И тут, как у меня, как у нее профессионала, значит, начинается всякая лажа. Сейчас приду. Обращай внимание. Ой, Слав, надо будет пометку сделать, что запись была до этого. Ветрова у нее в ухо влево, все тело. Я думаю, что она там наложилась. Слышно, слышно, слышно. На полчаса. Когда мы в траве лежали, друг друга еще обняв, и между ветвей бежали по синему облака, она мне шепнула: страшно. И сжалась ее рука, как после тебя мне страшно. И небо, и облака, как после тебя мне страшно. И небо, и облака. Мы ветками чуть прикрыты от неба и от людей. И нету для нас защиты. Но ты понимаешь, хоть я ей сказал со смехом: кончай ерунду молоть. И эхом, магнитным эхом земли отозвалась плоть. И эхом, магнитным эхом земли отозвалась плоть. Вот такая детская песенка, которую я написал своей внучке про медведя батюшки Серафима.
Может, без гитары ее спеть? С Дусей, да. Да. В нашем лесу свет горит, ясный огонь без дыма, и за врагом воздух, ну просто как на меду. Я медведик, батюшки Серафима, снова к нему на камушек сквозь бурелом бреду. Я медведик, батюшки Серафима, снова к нему на камушек сквозь бурелом бреду. Вот меня встретит батюшка, шерстку мою потреплет, радость моя мне скажет, сухариком угостит. Ну, а потом у камушка свечечку он затеплит. Тут-то вот свет над лесом на небо и полетит. Ну, а потом у камушка свечечку он затеплит. Тут-то вот свет над лесом на небо и полетит. Страшно потрогать камушек, жжется он нестерпимо, но тихо журчит молитовка, будто в реке вода. Может быть, мне, медведику, батюшке Серафима, с ним разрешат остаться у камушка навсегда. Может быть, мне, медведику, батюшке Серафима, с ним разрешат остаться у камушка навсегда. В нашем лесу свет горит, ясный огонь без дыма, и за врагом воздух, ну просто как на меду. Я медведик, батюшки Серафима, снова к нему на камушек сквозь бурелом бреду. Спасибо. Заплёвываю. Ах ты, и я говорю ей, говорю ей, моя, говорю ей, моя. И я говорю ей, моя, говорю ей, моя, говорю ей, моя. Проснулся
на утренней заре. Туман выделывает штучки, петух горланит куколе, ни облачко вокруг, ни тучки. Росой покрытый замер сад, но над крыльцом уже висят две ранних стрекалки-летучки. Туман, не опуская крыл, над речкой тихо ястреб плыл, как нарисованная птица, и солнцем полная луна, совсем не думала садиться. Венера к ней прикреплена, поскольку ведает она, в какую сторону светится. И я говорю ей, моя, говорю ей, моя, говорю ей, моя. И я говорю ей, моя, говорю ей, моя, говорю ей, моя. Как чист их отраженный свет, уже нигде ни складки мрака. И петуху поет в ответ в мажоре верная собака. Я времени заметил грань и задержался на крылечке. Мне хорошо в такую рань, в июле на земле у речки. Чего искал я столько лет, какого не хватало знака. Я сам как отраженный свет, я сам как отраженный свет. Во мне почти не складки мрака. И я говорю ей, моя, говорю ей, моя, говорю ей, моя. И я говорю ей, моя, говорю ей, моя, говорю ей, моя. Спасибо. Старая песня, написанная в 70-е годы, как воспоминания о 60-х, называется «Песня к вопросу о происхождении искусства» или «Фрейдистское танго». Царил интим и при свечах, пять томных девочек вздыхало, а я курил под звон бокала.
и в песнях мир разоблачал. О, как непригляден этот мир. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Парам-парам-парам-парам-парам. Но грудь, что слева, стиль ампир. О, вам, сударыня, вина, а мне московского разлива. Как кофточка должно счастливо, что облегает вас она. Я пел про сумерки страны, где мы... Я пел про сумерки... А, давайте начнем второе отделение с этой песни. И сделаем перерыв. Хорошо? И извините меня, действительно, я никак... Вот ответственность как легла на меня, так я, значит, сразу и... Да. Ну, нет. Вот. Но вы мне очень помогаете. Без вас я вообще ничего не сделал. Спасибо. Давайте минут на 10, ладно? Я говорю ей, моя. Говорю ей, моя. В 1971 год мы встретились в раю, такой социалистический советский рай, мои друзья. Мы встретились в раю за нашу добродетель, Господь, прибравший тело, и душу взял мою. Увы, мы, Евы, дети, нам жизнь уже не светит. Я песенки пою, а в раевом вокзале я накупил азалий. Апостол Петр мне самых в букетик завязал. Друзья встречают в зале, они, конечно, взяли. Один из них с усами сказал, что завязал. Ла-ла-ла-ла-ла, пам. Ла-ла-ла-ла-ла, пам-пара. Эй, жизнь, привет, подарок. Ни разу не ударив и разменяв задаром под тару для вина, бросались мы годами, ну а потом гадали, где гость, а где татарин, и с кем нам пить до дна. Ла ла-ла-ла-ла-пам, ла-ла-ла-ла-пам-пара. Грехи, года, законы сменились котильоном. К тому же очень скоро вернут нам... Грехи, года, законы сменились котильоном, к тому же очень скоро вернут нам для услад наш дворик, где пионы, где рвутся шампиньоны, где у забора споры, ромашки и числа. Ла-ла-ла-ла-ла, пам. Ла-ла-ла-ла-ла, пам-пара. Нет мук, и нам не больно в ограде рая. В
довольно, наверное, лучшей доли. Для нас на свете нет, что жизнь, чего там помнить, а рай любовью полон. Лишь мысль, не желтый дом ли Господь подсунул мне. Ла-ла-ла-ла, пам, ла-ла-ла-ла, пам-пара. Мы встретились в раю за нашу добродетель. Господь, прибравший тело, и душу взял мою. Ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла. Заболоцкий, прощание с друзьями. В широких шляпах, в длинных пиджаках, тетрадями своих стихотворений. Давным-давно рассыпались вы в прах, как ветки, облетевшие сирень. Вы в той стране, где нет готовых форм, где все разъято, смешано, разбито, где вместо неба лишь могильный холм и неподвижно лунная орбита. Там на ином невнятном языке поет синклит беззвучных насекомых. Там с маленьким фонариком в руке жук-человек приветствует знакомых. Спокойно ль вам, товарищи мои? Спокойно ль вам, товарищи мои? Легко ли вам и все ли вы забыли? Теперь вам, братья, корни, муравьи, травинки, вздохи, столбики из пыли. Теперь вам, сестры, цветики, гвоздик, соски сирени, щепочки цыплята. И уж не в силах вспомнить ваш язык там, наверху, оставленного брата. Ему еще не место в тех краях, где вы исчезли, легкие, как тени, в широких шляпах, в длинных пиджаках, с тетрадями своих стихотворений. Прошу прощения.
Да, вот это правильно. Спасибо. Вот как я волную. Я не знаю, когда я первый раз, наверное, выступал, вот только, может, тогда я волновался. 50 лет назад. В прошлом году, да, стукнуло 50 лет моего пения. Так, значит, к вопросу о происхождении искусства или фрейдистское танго. Царил интим и при свечах пять томных девочек вздыхало, а я курил под звон бокала и в песнях мир разоблачал. О, как непригляден этот мир. Ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла, пара-пара-пара-пара. Но грудь что слева, стиль ампир. О, вам, сударыня, вина. А мне московского разлива, как кофточка должно счастливо, что облегает вас она. Я пел про сумерки страны, где я преследуем, конечно, но ваши пальчики столь нежны, столь восхитительно нежны. И вот опять под взгляд налей, она хохочет в нужном месте, и обольстительней лести, так как у лести нет колен. И правда, если б не она, я бы не пел столь вдохновенно, но водка кончилась многоновенно, и говорят, что нет вина. Но, черт возьми, я все же весел для девочек с ампирной грудью, и пишем, собственно, мы песни, и грудь их кажется прелестней на фоне гениальных песен. Вот, очень к месту там, да, это пойдет, пойдет. Да. Не-не, очень хорошо, пусть это останется. А то не поймут, вдруг подумают, что действительно к вопросу там о происхождении, а тут все ясно сразу.
ничего не слышу. У меня была такая песня. Только ничего не вижу. А? Ой, господи. Я, собственно говоря, и песни начал писать, потому что чужие петь не мог. Слуха не было. Чего кручу? Чего кручу? Памяти Веры Матвеевой. Над лесом здесь небо с облаками осени, здесь мы друг друга упускаем, дорога повисает возими, и птица в небе, птица поздняя, летит, летит, не умолкая. Любите меня, пока я жива, пока не остались только голос и слова. Любите меня, пока я жива, пока не остались только голос и слова. Россия, как дорога тянется, не растеряться б только пешим. На сколько дней еще останется край леса в дым не облетевший? Да будет вам в подарок много дней, как сверх отпущенного Богом дым над холмами ближе. Ясней
а ветер все сильней и холодней. И птиц над нами так немного. Любите меня, пока я жива, пока не остались только голос и слова. Любите меня, пока я жива, пока не остались только голос и слова. Спасибо. Вот сейчас хочу спеть песню тоже вот из последних. Там, ну, там история гораздо интереснее, чем сама песня. Значит, проезжаю по Тушину и думаю, вот хорошо бы написать тушинский шансон, как звучит. И тут же написал. И вдруг понимаю, что там ничего не понятно. Там, ну, Тушина еще все знают. Вот. Но то, что там есть... такой природный вообще, ну, скажем, прям такой вот, как Остап Бендер, там, провал. То есть вот стоят дома, 20, что ли, этажные, заходишь, как во двор, а за ними совершенно вот такое круглое, кто-то говорит, что это якобы от метеорита, который упал там, не знаю, там, когда. Вот. Ну, во всяком случае, там стоял, значит, этот самый Тушинский вор, это второй Лжедмитрий, на подступах в Москве. Ну, всем известна, конечно, эта поговорка, бежал как Тушинский вор, еще со школы, может быть. Но вот этот провал, конечно, никто не знает. И я перед первым исполнением, большой концерт, все поют, сидит, значит, моя знакомая дама, киновед. Я говорю, послушай быстренько, так сказать, понятно что-нибудь в этой песне, непонятно. Спел я, и она говорит, ну не, ну пой, что, все, все ясно. Единственное, мне говорит, вот скажи, вот Тушинский вор, он какое-то отношение имеет к деду Хасану? Или как его? Деду Хасану, да. И я понял, что да, уже можно петь вообще. Все. Да. Но песня на самом деле про другое. Это я повторяю как бы предыдущую песню в других условиях. Потому что много наших друзей уходит, и любим мы их мало, пока они живы. Пел в Тушине бомж в лесу, расстались мы с ней под слезу, под кислый шампанский вздор. Слиняю. Чё? Нет. А, нет, ну ничего страшного. Я еще не распелся. Пел в Тушине бомж в лесу, расстались мы с ней под слезу, под кислый шампанский вздор. Сбежал я, как Тушинский вор. Здесь под ногами провал, где Тушинский вор пивал, где крутит сходня петлю. Как скажешь, вали. Валю. Ты жалей меня живого, без ранения на живого. Ты люби меня такого, какой уж есть,
пока, пока я здесь. Квартирка, фикус, любовь, но режет мне память вновь. Руки ее гибкий мед, и как она ловко врет. И сам я врал, воровал, любил этот гиблый провал, где крутит сходня река, где медом полна рука. Ты жалей меня, живого, без ранения, на живого. Ты люби меня такого, какой уж есть, пока, пока я здесь, пока я здесь. Да, ну это, да, не пойдет. Так, что там у нас еще есть интересно? Летит над Москвой, а куда? Ей надо повыше, чтобы не задеть провода. А может, вернется у ней на земле много дел. Мой ангел-хранитель устал, отдыхать полетел. Мой ангел-хранитель устал, отдыхать полетел. Будет белый, белый, белый снег, как 100 лет назад колокольный звон. Соберет нас всех, мы еще увидимся, мы еще увидимся. Я знаю прекрасный, налившийся осенью сад. И красные яблоки вновь над Москвою висят. И видно мне снизу, сквозь желтую зелень листвы, как белые птички летят и летят из Москвы. Как белые птички летят и летят из Москвы. Как белые птички летят и летят из Москвы. Будет белый, белый, белый снег, как 100 лет назад колокольный звон.
соберет нас всех. Мы еще увидимся, мы еще увидимся. Это не пойдет. Осталась церковь в Кадашах, где мы компанией гуляли. В разлив портвейн стаканом брали и говорили во дворах. Дома московского ампира, канал, вчерашняя вода. Не тот ритм, извините. Да. Вот как я вас созвал. Извините еще раз, да. Давайте. Город Китеж, забытый сад. Вон же он на виду, и в словах, и на небесах маки его цветут. На осколках Москвы больной, где играет ценой товар, открывается мир иной. Вижу озеро светлое, вижу озеро светлое, целый луг цветов, церковь над рекой светлых голосов, радость и покой. Да. Давайте я спою сейчас последнюю песню, а потом почитаю несколько стихотворений, что-то я, чтобы как-то вас смешных каких-нибудь. Так, сейчас я посмотрю, что еще можно так. Вот нет, еще спою. Начать, да. Мне снится городок провинциальный. Это глушь, столица здешних мест. С заводом желтым, с заводью печальной, несет обычность жизни тихий крест. Тихий крест колхозника или провинциала. Автобус к ночи подвезет на круг, где под скамейкой у автовокзала все семечки, все семечки, мой друг. А этот город был когда-то первым. Его за гордость летопись бронит. Но растащить кирпичики сумели соперники.
одетые в гранит. Он мог бы расцвести, себе построив на берегу престижный циклотрон. И все вокруг сгноив, держать достойно себя, как будто съездил за кордон. Но он стоит, как и стоит, и это его судьба до окончания лет. И я согласен, песенка допета, ну, может, и остался, где куплет. И ночью я который раз теряюсь в его заводе, в желтых корпусах. Но выбравшись, гляжу и удивляюсь, и заводи, и церковке в лесах. Но выбравшись, гляжу и удивляюсь, и заводи, и церковке в лесах. Спасибо. Ну, давай еще песенку и стишки почитаю, да? Да, ну, наверное, так. А может, сначала стишки, а потом песенку, чтобы как-то вас немножко, немножко развеять, а то что-то я чувствую. Я не люблю, когда меня пытают. Мне неприятен гвоздик под ногтем. Производительность труда не возрастает, а падает. И качество при том. Когда идешь в Свияжский переулок, туда, где ждет тебя райпытотдел, как негуманен кажется игулок твой персональный маленький расстрел. Мы знаем, что бюджету не хватает, и что со всех сторон одни враги. Но что-то слишком нас порой пытают. Испанские не надо, сапоги. Я стал бояться электрического тока. Увижу кипяток и весь дрожу. И отменить я пытки понемногу, со всем гражданским мужеством прошу. Конечно, может, я чего сгущаю. Ведь не отменишь сразу все подряд. Оставьте дыбу, я по ней скучаю, но пусть не так хоть яйца болят. Все. Поэт. Это посвящение Корке. Это 90-е годы такие стишки между социализмом и капитализмом. Поэт. Всегда тебя обманут, обжулят или обдерут. Ты весь в лирическом тумане, ты веришь, капитал в кармане, но денег так и не дадут. Не трогай акции на бирже, они не для изящных рук. Свои загадочные вирши ты приноси к ногам подруг. Подруги нежно поцелуют, напоют и уложат спать, а брокер тебя обует, им на стихи твои нас плевать, а дилеры тебя разденут. Им дела нету до поэм. На месте муз твоих и девок я б не пускал тебя совсем на улицу с твоей походкой. Ты так наивен, как хорей. Ты виден весь, как сквозь колготки. Ну, разве в шоп за банкой водки? На вот, держи ее скорей. А,
К вопросу о чем? Ну, вот, например, к вопросу памятник. Женщины, с которыми я спал, до сих пор живут и поживают. Ну, а те, с которыми не стал, умирают все и умирают. Многие уж умерли совсем. Видимо, таков мой организм. Тут уж вам, ученым, карты в руки. Он послужит для большой науки. Что он вносит в женщин и зачем? Что он вносит в женщин и куда? В тело их или, напротив, в душу? Место, где у женщин пустота, организм или дух мой нужен. Не разборчив я то с той, а то с иною, вот опять в историю попал. Говорят, что я с родной страною ненароком 20 лет проспал. Мучают вопросы бытия, не решу их, время быстротечно. Это женщины, с которыми спал я, будут жить, по-видимому, вечно. Спасибо. Сейчас еще что-нибудь такое же найду. Сейчас, секунду. Это понятно. Это да. Парапсихологический стих. Все 100 томов, это эпиграф такой, моих противных книжек. Привет, мой далекий читатель. Раз близкого около нет. Пока ты еще не родился, и, в общем, ведется дискуссия на сей, извиняюсь, предмет. Сам знаешь, и наши, и ваши не сахар, увы, времена, но все же каким-то детишкам даются пока имена. Так вот, мой любезный читатель, ты ныне в плаценте лежишь, а мама с подругой решают твою ненадежную жизнь. Ты выживешь и прочитаешь, и я этим внутренне горд, что парапсихологическим способом мой стих отменил твой аборт. Зовут тебя Петя или Паша, а может, Наташа или Зина. Так вы уж держитесь, мамаша. Не слышу, спасибо. Вот, а вот серьезное стихотворение, это Стросову посвящается. У кошек музыка иная, и мимо человечий звук, они поют с другого края, им ближе, может быть, паук. Сидит он, этакий Бетховен, и крутит фугу, словно Бах, в углу своем немногословен, как кошка или патриарх. Развесит мух поодиночке, его попробуй-ка услышь, и лишь сквозняк колышет строчки, да тихо подпевает мышь. Сейчас, ну и последнюю какую-нибудь я вам сейчас зачту, такого же типа. Вот понаписал, сколько, господи, у меня есть вот последний, один из последних таких, выкинь свой стишок. Кто тебя писать просил? В этом мусоре теряется бессмертие эликсир. На помойке не найдется вечной жизни порошок. Выкинь свой стишок. Лучше выпей, мой дружок. А вот предпоследний, но это серьезный очень. Это называется «Начало». И как вот как в воду глядел все равно. Кажется, вот, так сказать, все вроде образовывается, а потом на тебе. Называется «Начало». Сейчас, если вспомню, оно не напечатано, конечно. Снова Ева на грядке сажает чеснок. А, такой это такой «Эрос и Танатос». Снова Ева на грядке сажает чеснок.
Муж ее жмурится, солнце заходит, и точно в просвет между ног. Раз наклонилась и дольку зарыла в земле. Вроде наладилось к осени наше житье на земле. Грудь подымается, грудь опускается вниз. Дети дерутся, не слышишь? Хватит, Адам, сидеть. Поди разберись. Вот тут оно все и началось. Так, ну и последний сейчас был такой, это, а во! Называется «Философ чебуречный», списано прямо с натуры. Свобода воли существует. Я сам недавно посчитал. Ее 14%. Видал? И на 14% ты можешь янь, а можешь инь, а также вправо и влево. Прикинь? Ну, а на 86% тут уж, брат, не шкни. Сиди, не рыпайся. Ты понял? Плесни. Какая сучья власть в России. Возьми еще одну в полноще. Нет ни хрена свободы воли. Вообще. Первое, а про что это? А про... Ой, да. 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 Я не люблю, когда меня пытают. Мне неприятен гвоздик под ногтем. Производительность труда не возрастает, а падает. И качество при том. Когда идешь в Свияжский переулок, туда, где ждет тебя райпыт-отдел, как негуманен кажется игулок твой персональный маленький расстрел. Мы знаем, что бюджету не хватает, и что со всех сторон одни враги, но что-то слишком нас порой пытают. Испанские не надо сапоги. Я стал бояться электрического тока. Увижу кипяток и весь дрожу. И отменить я пытки понемногу со всем гражданским мужеством прошу. Конечно, может, я чего сгущаю, ведь не отменишь сразу все подряд. Оставьте дыбу, я по ней скучаю. Но пусть не так, хоть яйца болят. Все. Так, ну и... последнюю песенку. Нет проще ничего, нет ничего обычнее. Начало всех начал, звучит он по земле. Крик боли, этот воздух, сжатый и привычный, и без него нам, как без соли на столе. Он человеку дан, с его дыханием Богом, а все, что не болит, мертво, чем ни зови. Но как бы жили мы на выдохе без вдоха, и нам оставлена соломинка любви. А что нам нужней, что дороже? Глоток, я никак не отдышусь. Оставь мне соломинку, Боже, уж я за нее удержусь. Оставь мне соломинку, Боже,
уж я за нее удержусь. И что нам в дебри лезть и спрашивать ответа? Прислушайся, гляди, ответ на всех один. Ведь в каждом что-то есть от солнечного света, и каждый ищет сам, как этот свет найти. Я руку протяну тебе, ну что ж, бывает, все будет хорошо. Я, как и все, дышу, а если что болит, то значит заживает соломинка струной. Я ее держу, что дальше судьба нам предложит. Глоток я никак не отдышусь, оставь мне соломинку, Боже, уж я за нее удержусь, оставь мне соломинку, Боже, уж я за нее удержусь. Спасибо и извините. Как получилось? Да, надо всегда, как говорил Юрий Ильич Домбровский, не бояться. Значит, и петь, как получается. Спасибо, спасибо. Володь, а Губанова?